Модернизация Карагандинского литейно-машиностроительного завода на стадии завершения. Ее на протяжении 4 лет проводит корпорация «Казахмет». В результате обновления оборудования импортозамещение предприятия увеличится до 70%. Подробнее в нашем материале от Жалгаса Азгамбаева. На модернизацию машиностроительного производства КЛМЗ ТО «Мейкер», входящего в группу компаний «Казахмыс», было потрачено около 15 миллиардов тенге. Корпорация намерена расширить номенклатуру производимой продукции на заводе до 5500 наименований. В модернизации предприятия присутствуют элементы индустрии 4.0. В первую очередь это так называемая цифровизация предприятия. Цифровизация предприятия заключается не только в приобретении и модернизации оборудования, но и в первую очередь в приобретении использования программного обеспечения. Нами используется программное обеспечение компании Siemens, это продукты Siemens NX и система управления жизненным циклом изделия Тимцентр. В совокупности эти продукты обеспечивают систему электронной конструкторской технологической подготовки предприятия. На заводе отмечают, что благодаря цифровизации технологические процессы предприятия перейдут в электронный формат. Заметную долю нового оборудования привезли из Чехии. Технику активно осваивают молодые специалисты завода. Для меня не стало трудным работать с новой техникой. У новых станков много возможностей. Если не считать автоматизированное программное управление, у них есть также фрезерование и сверление. Самой востребованной продукцией КЛМЗ являются узлы горнорудной техники. Также на заводе ремонтируется все шахтное оборудование. На предприятии уверяют, что по завершении модернизации завод выйдет на новые показатели по объему выпускаемой продукции. Жалгас Азгамбаев, Марат Биисов, Данияр Сериков, Караганда. Специально для картины дня.